Что? Научи меня писать слово. Слово? А какое ты слово хочешь научиться писать? Сиреноголовый. Сиреноголовый? Да. Ой, ребятки, ну хорошо, я тебя научу это слово писать, но я даже это слово боюсь в голос произносить. Давай, открывай свою тетрадку. Хорошо, каким ты цветом хочешь научиться писать? Каким мне тебе написать цветом? Есть зеленый, оранжевый, розовый или же желтый? Зеленый. Зеленый? Хорошо. Си. Ре. Но. Го. Ло. Вы. Ну все, буквы ты знаешь? Вот тебе фломастер. Пиши. У каждого, да, есть задание. Все, делайте свои задания, а я пойду себе маску сделаю для лица. Ну что, ребятки, вы сделали уроки? Ой, мама, что с тобой? Ты похожа на привидение. Да это же маска для лица просто. Вам лишь бы уроки не делать, про что угодно готова говорить. Мам, ты можешь так сиреноголового испугать. Артём! Артём, смотри, он там! Мама, он вернулся! Кто он? Сиреноголовый! Вызывать нужно полицию! Что же делать, что же делать? Полиция нам не верит. Давайте позвоним в другую службу, которая вылавливает такие существа. О, есть у меня один вариант. Сейчас я сниму видео этого сиреноголового. Здравствуйте, у нас возле дома ходит большое чудовище, сиреноголовый. Знакомый, да? Ага. А ловили уже таких? Да, да, огромный, да, большой, 20 метров. Я его вижу в окно, но он нас еще не видит, да. Да, на камеру я его засняла. И видео вам сбросить? Хорошо, хорошо, сейчас сброшу по вайберу вам видео. Будете выезжать на вертолете? Ребята, мы спасены.